Конкурс «Юный конструктор» под эгидой премьер-министра проходит уже третий раз. В этом году его участниками стали 350 молодых изобретателей и будущих техников. Нужно отметить, что мероприятие проходит не ради галочки в отчете. По результатам двух прошлых соревнований получено 12 патентов, и столько же новых наименований товаров стали регулярно выпускаться в Монголии. Сегодня в рамках конкурса была организована выставка «36 лучших изделий», вышедших в третий тур соревнования. По словам организаторов мероприятия, эти новинки может купить любой посетитель выставки. Первый этап нашего конкурса – это изготовление чертежей изобретений. Этой работой занимались весь апрель. Каждое из 36 изделий выставки особенное. Шинетур в этом году презентует свое изобретение в номинации «Бездымных печей». По словам автора, его агрегат удобен, автоматизирован и работает от нажатия кнопки. Для горения годится даже использованное пищевое или отработанное машинное масло. Оно предварительно проходит очистку в системе фильтров. Изобретением Шинетура пользуются уже 50 семей. Работа моей печи зависит от кода. Нагревается печь до 80-90 градусов. Потребляет в час 400 граммов масла. По некоторым данным, в Улан-Баторе 240 колодцев цистерн с водой. Чтобы знать точный остаток жидкости в каждой емкости, работникам водоканала приходится подниматься на цистерну или считать потребление по талонам. Юные конструкторы предлагают упростить этот процесс. Они придумали прибор для измерения объема воды. Это облегчает работу. Можно предварительно рассчитать, насколько людей хватит воды, чтобы горожане зря не простаивали в холод или жару. Также появится возможность бесперебойного снабжения водой. Победители конкурса, занявшие первые три места, получат денежную премию. Но главное – право на бесплатное 4-летнее обучение в Монгольском госуниверситете в сельскохозяйственном и научно-техническом университете. Халиун Эрденбайзгалан, Аист, Монголия.